Годовщина начала Второй Карабахской войны находится в центре внимания мировых СМИ. Иностранные медиа публикуют отрывки из обращения президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю Дня памяти. Тема получила широкое освещение на страницах турецких изданий. Агентство «Анадолу» разместило статью под названием «Почтена память героев Второй Карабахской войны». Аналогичные публикации появились на других турецких информационных сайтах. Было рассказано о шествии в память героев войны в Баку. Грузинские и украинские СМИ также представили подробную информацию о проведенных в Азербайджане памятных мероприятиях. О Дне памяти рассказали и российские СМИ. РБК.ру, Вести Кавказа.ру, Инфо24.ру представили фото и видеоматериалы шествия в Баку. Материалы с цитатами президента Азербайджана опубликованы и на информационных сайтах агентств ТАСС и РИА Новости.